Следующий год для Рязани будет светлым, по крайней мере, чисто визуально. И дело здесь не только, вернее, не столько в жалобах рязанцев на полумрачную вечернюю атмосферу, но и в том числе потому, что у городских властей появилась альтернатива. Сейчас на всех площадках, в том же Сколково, обсуждаются возможности инвестиций в уличное освещение. Нам идут предложения от МРСК, это госкомпания «Россети». Ну, и от других компаний. От других компаний, да, мы их пока озвучивать. Ну, все наши действия направлены на улучшение уличного освещения в городе. Ну а пока с инвесторами конкретики нет, городские власти решили навести порядок у себя сами. Со следующего года просветление наступит на главных улицах Рязани. Здесь полностью освежат иллюминацию. Озвучена уже даже точная сумма. Запланировали в рамках бюджета 111 237 000 на весь 21 год. Также планируем заменить светильники на 4 основных улицах. Город Рязани – это Московское шоссе, Первомайский проспект, улица Соборная и улица Ленина. 6-летний контракт с энергосберегающей, как считалось, инновационной компанией, оказался экспериментом скорее неудачным. Светодиоды в Рязани не прижились. Жителям их тусклый свет не понравился. В следующем году городские власти обещают все исправить. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».